про слов'янські медичні заклади в продовження теми. Сьогодні ми розмовляємо з Сергієм Васильовичем Агаповим, головним лікарем комунального закладу медико-санітарної допомоги міста Слов'янськ. Здравствуйте. Добрый день. Сергей Васильевич, хотелось бы спросить, это достаточно новое предприятие, созданное уже в рамках реформирования. Расскажите о нем, пожалуйста. Совершенно верно. В конце 2011 года в результате реформирования здравоохранения в Донецкой области были созданы 72 центра первичной медико-санитарной помощи населению. По количеству обслуживаемого населения наш центр является третьим по величине. И за нашим центром закреплено почти 110 тысяч жителей города Славянска и города Святогорска. Имеется в виду как взрослое, так и детское население. Кроме этого, в структуре центра имеется 9 амбулаторий. 8 амбулаторий расположены в различных районах города Славянска и 9 амбулатория в городе Святогорске. В этих амбулаториях размещены 100 коек дневного стационара. В амбулатории номер 1 по улице Юных Коммунаров развернут пункт неотложной помощи, укомплектованный фельдшерскими бригадами, в функциональные обязанности которых входит оказание помощи населению, наиболее тяжелому контингенту пациентов, в том числе онкологических больных, проведение обезболиваний, выполнение транспортировок в стационары города Славянска и за пределы города в лечебные учреждения областного уровня. В штате нашего центра 570 ставок физических лиц, на сегодняшний день 450 человек. В пункте неотложной помощи работало на начало года 2 санитарных автомобиля для выполнения вышеуказанных мною целей. И для обслуживания населения на вызовах за амбулаториями закреплено было 15 единиц санитарного автотранспорта. Вот я услышала, что разница есть в цифрах кадров, ну то есть фактически и те, которые должны быть. Да, к сожалению, укомплектованность врачебными кадрами, а в нашем составе прежде всего семейные врачи составляют большую часть, участковые терапевты и педиатры. Так вот, укомплектованность врачебными кадрами недостаточна на уровне 53%, что оставляет желать лучшего, конечно. Сергей Васильевич, во время проведения боевых действий пострадали ли как-то помещения, коллектив, люди? К сожалению, этот период времени надолго останется у нас в памяти. Безусловно, это было испытанием как для жителей города, так и для наших сотрудников. Тем не менее, в период проведения АТО работали все амбулатории. Прием и обслуживание вызовов производился в течение всего этого времени и до момента освобождения Славянска не менее чем от 250 до 300 сотрудников в целом по центру. Ну, часть сотрудников по различным причинам вынуждена была покинуть зону АТО. Беспрерывно работал пункт неотложной помощи, то есть производилось обезболивание нашим онкологическим больным, продолжались перевозки и транспортировки как больных, так и раненых жителей города, как в лечебные учреждения, так и за пределы нашего города. Пострадали, безусловно, и наши помещения. Разбитые стекла у нас затягивались полиэтиленовой пленкой. Все вы знаете, были серьезные перебои с электрообеспечением, с водой, с телефонной связью. Отсюда и, конечно, объем оказываемой помощи у нас менялся в соответствии с ситуацией. 2 наших сотрудника по пути с работы получили осколочные ранения. А конкретнее, как пострадали помещения, ваши инструментарий? Значит, более 900 квадратных метров стекла
были разбиты по всем нашим амбулаториям, которые пострадали. Это амбулатории номер 1 и 2 по улице Юных Коммунаров, номер 4 по улице Урицкого, номер 5 по микрорайоне Артема Батюка 25 и номер 7 по улице Донской 5, микрорайон Химика. Повреждена была крыша здания амбулатории номер 1 и 2 в результате попадания снаряда по улице Юных Коммунаров 85. Оборудование и хирургический инструментарий из нашей перевязочной дважды забирался вооруженными лицами в течение периода АТО. И самые большие наши потери, это то, что мы обнаружили после освобождения Славянска, это потери санитарного транспорта. Были угнаны 11 единиц санитарных автомобилей. Из них 8 автомобилей Нива, 2 носилочных УАЗа и автомобиль Ford Transit. И как вы сейчас справляетесь вот без транспорта? Что изменилось за последнее время? Значит, сразу после освобождения в течение первой недели были найдены 3 автомобиля. Угу. 2 автомобиля Нива и санитарный УАЗ носилочный. К большому нашему большой радости автомобиль УАЗ особо не пострадал. Мы его быстро восстановили. Сейчас он работает уже в течение месяца в пункте неотложной помощи. 2 автомобиля Нива понесли огромные ущербы, прошли экспертную оценку и в настоящий момент находятся в стадии ремонта на станции технического обслуживания. Но процесс идет не очень быстро, требует серьезных материальных затрат. Мы пошли по пути следующему. Для того, чтобы увеличить число автомобилей, работающих на вызовах, мы начали восстанавливать автотранспорт, который подлежал списанию. К сожалению, это автомобили 25-30 лет срока эксплуатации. Тем не менее, другого варианта у нас на сегодня нет. И в настоящий момент уже выпущены на линию автомобиль УАЗ и автомобиль «Жигули 09». И в стадии завершения ремонта находится автомобиль «Москвич». Но их, наверное, все равно не хватает, да? Их не хватает, и эта проблема, конечно, будет все больше проявляться с периодом наступления холодов, когда значительно возрастет количество вызовов к нашим пациентам. Кроме того, в настоящий момент уже идет ремонт кровли, 405 квадратных метров. В амбулатории номер 1 и 2 здание расположено по улице Юных Коммунаров 85 на сумму 125 тысяч гривен. Средства выделены из фонда развития города. Ведется остекление амбулатории номер 1 и 2, тут же по улице Юных Коммунаров, и в микрорайоне Химик амбулатории номер 7. Из средств спецфонда нашего лечебного учреждения и за счет наших сметных ассигнований. Кроме этого, выделено 215 тысяч гривен из бюджета города Александрия Кировоградской области для ремонта детской амбулатории номер 4 по улице Урицкого. Там предполагается замена всех окон на пластиковые блоки. Документация технически разработана, проходит сейчас экспертизу. И в микрорайоне Артема в амбулатории номер 5 начата замена стеклопакетов. Огромное спасибо родителям наших маленьких пациентов. Они взяли на себя такое обязательство. Уже сегодня родители часть этих помогли. Стеклопакетов заменена и будет выполнена в этом месяце до конца. Что как бы вам вот еще не хватает и в чем вы чувствуете, что нужна помощь? Ну, и откуда ждете? Я бы еще хотел сказать, что нами уже была частично получена помощь. То есть у нас мы получили от различных фондов и от частных предпринимателей утраченный
медицинский инструментарий как для хирургического кабинета и для лор-кабинета. Это АЧП Правдивцева, город Харьков, фонда Сергея Тегибко, город Киев, фонда Семенова, город Киев, ЛК Деливери, город Одесса, камера подмет на сумму 36 750 гривен. Также была получена гуманитарная помощь в виде медикаментов, средств гигиены, наборов для беременных, детских смесей, как для жителей города, так и для временных переселенцев от благотворительных фондов. «Врачи без границ», Бельгия, город Киев. Благотворительный фонд Александра Вилкула, «Украинские перспективы», БАДМ, ООО, город Днепропетровск, также общество с ограниченной ответственностью НИКа, город Макеевка, и благотворительный фонд Сергея Тегибко, всего на сумму 440 тысяч гривен. Ну и как вы уже задали вопрос, какие же самые главные проблемы, остающиеся нерешенными на сегодняшний день, это не до конца выполнено остекление в наших амбулаториях. И самая большая проблема – это отсутствие должного количества санитарного транспорта. Ну, говоря о потерях среди медперсонала, можно сказать, что они минимальны. К нам не вернулись после периода АТО два врача. Все остальные сотрудники практически на месте. Значит, частично вакантные ставки на сегодняшний день укомплектованы врачами с тех городов, где в настоящее время проходит зона АТО. То есть есть у нас люди, которые, медики, прежде всего врачи, принятые в наш штат из Донецка. Часть из них, часть таких врачей работает в амбулатории 9 в городе Святогорске, даже как волонтерами, не записываясь к нам в штат. Но, тем не менее, проблемы кадровые, они как были до АТО врачебные, так существуют и на сегодняшний день. Этим переселенцам, коллегам, вы как-то помогаете? Безусловно. И в городе Святогорске было предоставлено и жилье. Ну, в общем-то, мы обеспечили наших докторов необходимым набором инструментов медицинских, эндоскопами, тонометры и так далее, для того, чтобы они могли осуществлять полноценный врачебный прием. Вот на сегодняшний день кадровый вопрос стоит очень острый, я так поняла, да? И причина финансовая, маленькая зарплата. Почему не идут к нам врачи молодые? Эта проблема не новая. Она существовала и до периода реформирования в Донецкой области. Тогда, безусловно, одна из первых причин – это низкая заработная плата. Сегодня в процессе реформирования заработная плата медиков, прежде всего семейных врачей и семейных сестер, значительно выросла. Но для того, чтобы, так сказать, мы были хорошо укомплектованы, нужно обучить еще достаточно большое число молодых специалистов. И вот в последние годы такая тенденция наметилась. Да. В прошлом году мы приняли в свои ряды 3 молодых доктора, в этом году уже 3. Но постепенно надеемся, что эта ситуация будет улучшаться. Сколько еще нужно? Сегодня мы готовы принять 10 человек, врачей с должностями семейный врач, либо терапевт, либо педиатр. Я думаю, может быть, будет такая возможность, тем более благодаря тому, что переселенцы сюда приезжают, может, все-таки кто-то пополнит, да, ряды, может быть, такое? Безусловно, мы готовы принимать этих людей. А с жильем как-то будет решен вопрос для них? Мы продумывали эту ситуацию. В принципе, в городе Святогорске, в старом здании, где ранее располагалась амбулатория номер 9, можно с минимальными затратами организовать 3 полноценных квартиры для медицинских работников. Такой вопрос продуман, и технически там все это выполнено. Сейчас уже холодает. И с наступлением холодов, наверное, люди будут обращаться все больше и больше. Вот какие рекомендации с вашей стороны, как доктора, могли бы быть для этих людей, которые, может быть, ослаблены на сегодняшний день?
Безусловно, осенне-зимний период – это период испытания для организма даже здорового человека. В этот период появляется масса простудных заболеваний, происходит обострение хронических болезней, и поэтому я бы рекомендовал нашим пациентам, как взрослым, так и деткам, укреплять прежде всего иммунную систему, употреблять большое количество витаминов, сбалансировать режим труда и отдыха, своевременно проводить противорецидивное лечение, ну и, безусловно, своевременно обращаться к медикам за помощью и не заниматься самолечением. А вот в плане тех объективных проблем, о которых я сегодня говорил, то есть как временное отсутствие остекления в ряде наших амбулаторий и недостаточное количество санитарного автотранспорта, осложняющих обслуживание вызовов, я бы просил жителей города отнестись с пониманием и терпением. И поверьте, мы предпринимаем и будем предпринимать все усилия для того, чтобы эти проблемы минимизировать. Спасибо, Сергей Васильевич. А телеглядачам нагадую, сьогодні у нас в студії був Сергій Васильович Агапов, головний лікар комунального закладу медико-санітарної допомоги міста Слов'янськ.